Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, коллеги. Слышно, если видно меня хорошо, поставьте плюсики в чате. Нет ли хрипов, не перегруженный микрофон? Ага, все в порядке. Вот, ну, у нас с вами здесь целая пятерка без вратаря хоккейная, да? Вот, хотелось бы задать вопрос, были ли вы ранее на подобных мероприятиях? Если да, поставьте циферку 5 все. Ну, тот, кто может печатать, знают, как это делать, и кому не трудно. Ага. Скажите, тогда, может быть, такой вопрос задам. Есть ли какие-нибудь сложности с партнерской программой, которая есть у компании Skyway Capital? То есть, в принципе, она достаточно проста. Проста в понимании и проста, наверное, с точки зрения, если ее рассказывать кому-то еще. Вот. Возможно, какие-то вопросы возникали со стороны людей, которым вы доносили эту информацию о партнерской программе, которая у нас есть, если сами кому-то вещали. Вот. Напишите, не стесняясь, здесь в чате. Может, с чем кто-то не согласен, да? Может быть, кстати, как на ваш взгляд, насколько хороший маркетинг-план или какие в нем есть изъяны? Я предполагаю, что в комнате есть те, которые знакомы не только с маркетингом компании Skyway Capital. Вот. В мире существует порядка там 5000 компаний, где есть партнерские программы, маркетинг-план. Каждая по-своему чем-то уникальна, каждая, скажем так, предоставляет людям возможность получать доход сегодня. Вот. Никто из вас пока никаких рекомендаций, вопросов не пишет. А такой вопрос, а кто из вас активно развивает партнерскую программу? Ну, можно, скажем, спорить по поводу намного лучше других и так далее, да, всегда находятся люди, которые находят какие-то преимущества в той партнерской программе, в которой они сегодня развиваются. Вот. Есть более жесткие маркетинги, да, где постоянно нужно напрягаться. Вот. Пока мне, насколько есть информация касаемо 100 подарочных акций, они удаляться не будут, Лариса. Я помню, обещал, мы с вами говорили, да, по поводу этого. Вот. То есть они есть. Вы можете их использовать, но все может поменяться. То есть пока вот именно решение, то что там месяц проходит, у вас их забирают, его нет. Но просто говорите людям, которых вы регистрируете, приглашаете следом за собой, сами таковыми являетесь, да, что это не будет вечно. По сути дела это подарок. Вот. И опять же вы знаете, да, подарки они могут видоизменяться, подарки могут быть другими. Какие-то подарки уходят, вместо них появляются другие. Как и подарок, например, в виде тех пакетов, которые вы знаете, да, у нас появились недавно, и вы можете с хорошим дисконтом приобрести пакеты только с бонусного счета. Соответственно, это подарок для кого? Для тех, кто активно развивает партнерскую структуру. Да? То есть купить просто эти пакеты, оплатить их с платежных систем, которые у вас есть, либо с основного счета, нельзя. Только бонусный счет. Поэтому для того, чтобы это сделать, необходимо развивать партнерскую структуру. Потому что деньги на бонусный счет и на акционный счет попадают только после того, как люди начинают развивать свой партнерский бизнес, да, после того, как они начинают создавать свою партнерскую структуру в разных городах и странах, соответственно, за товарооборот, который они создают, им идут начисления на бонусный счет, на акционный счет. Вот, немножко людей добавилось. Ну что, пробежимся по квалификациям, которые есть в маркетинг-плане. Если те, кто еще этого не слышал, из тех, кто появился недавно в комнате, то есть надо ли закрепить это дело? Может быть, во что-то, скажем так, сделать акцент? Самый важный, наверное, акцент в первую очередь, да, что вы все будете получать вознаграждение по партнерской программе, по маркетинг-плану тогда, когда только подпишете партнерское соглашение. В принципе, с этого момента у вас будут доступны реферальные ссылки. У нас просто появилась возможность, что люди могут зарегистрироваться, зная вашу электронную почту, да, но этот вариант как бы не самый лучший, потому что вы можете даже не знать, что под вами кто-то зарегистрировался, да, ну, и человек может купить акции, а вы не подписали агентский договор. Соответственно, лучше, что вы можете сделать вообще и рассказать своим партнерам и сами зайти в раздел инвестиций, раздел инструменты партнера, да, и подписать партнерский договор. Кстати, данное действие вам сразу же предоставит первую ступеньку карьеры, первую ступеньку маркетинг-плана, который называется партнер. И человек, который подписал партнерское соглашение, уже имеет возможность получать вознаграждение в виде тех процентов, которые вы сейчас видите на экране. То есть никаких других обязательных условий ему выполнять не нужно.
не покупать на большое количество там денежных средств какие-либо пакеты акций. Зарегистрировались, подписали агентский договор, даете информацию, реферальные ссылки, люди заходят по вашим реферальным ссылкам, точно так же регистрируются, приобретают какие-то пакеты акций, вам за это будет начисляться процент. Правда, мир устроен так, я думаю, вы со мной согласитесь, что люди редко делают больше, чем делаете вы. Согласны со мной? Кто со мной согласен, поставьте, ну, я не знаю, какую цифру, давайте пятерку все-таки. И вообще, скажем так, MLM-бизнес и бизнес по партнерских программах – это, как правило, бизнес повторения, да, простых шагов, которые можете делать вы и которые могут делать ваши партнеры. Это не гарантирует вам 100%, что вас все будут повторять, да, потому что люди, как правило, не делают больше, чем делаете вы. Вот. Но если вы сами зашли в надежде, скажем так, заработать немеренное количество денег, при этом не купив ни одного пакета «Далее» компании, вы знаете, за вами будет огромное количество людей, даже если вы активны, которые будут думать так же. То есть у вас будет большая структура из тех, кто зарегистрировался по вашим реферальным ссылкам, да, и ждет, что по их ссылкам зайдет кто-то, кто купит там большой пакет акций, и они с этого станут успешными, богатыми и купят себе что-то еще. В принципе, условия оно у нас не обязательно, но тем не менее, для того, чтобы начислялись деньги, да, вам достаточно подписать агентский договор, вот, а для того, чтобы чувствовать себя спокойно, вот, ну и ощущать все-таки инвестором нашего проекта, да, и вложить какую-то лепту в развитие технологий, хотя бы на $15 пакет акций, я думаю, может купить каждый. Это 1000 рублей, это, в принципе, один поход в магазин, даже в магазин, скажем так, уровня там, пятерочек, копеек, монеток, перекрестков, недокрестков и так далее, и так далее. То есть, как правило, вы, когда заходите, покупаете что-то из продуктов, уходите, может быть, с небольшим кульком, но, тем не менее, 1000 рублей в вашем кошельке не стало. Вот. Ну, один кулек продуктов, который вы купили, это, по сути дела, первый ваш взнос в дело, который может принести вам серьезные дивиденды. Вот таким вот образом. Итак, партнер, первая квалификация, 4 уровня глубины, с которых вам могут быть выплачиваться вознаграждения на бонусный инвестиционный счет, 15, 4, 2 и 1%. То есть непосредственно максимальное вознаграждение выплачивается за те инвестиции, которые привлекаются вами от тех людей, которые зарегистрировались по вашей реферальной ссылке. То есть маркетинг-план – это тоже его особенность. Как мы говорим, максимальный денежный возврат, да, осуществляется с первого поколения. Ну и таких маркетингов, в принципе, достаточное количество, но если в процентном соотношении посмотреть по отношению ко всем маркетинг-планам, которые есть, то их достаточно мало. Не так много компаний, которые, скажем так, с первого поколения выплачивают приличное вознаграждение, 15% и более. Вот. Далее, вторая квалификация. Три простых условия. То есть, если вы сами купили акции на $100, опять же, купили акции на $100, там, либо больше, мы будем с вами говорить, речь идет о инвестициях с бонусного или основного счета. Ну, либо живыми деньгами вы сразу оплачиваете с платежных систем. У нас и так возможно, да, то есть не заводя денег на счета в личном кабинете, сразу оплатить покупку пакета. Так вот, когда вы сами купили на 100, минимум два человека в первом поколении сделали то же самое. И третье условие – это у нас суммарный товарооборот ваших личных инвестиций и инвестиций партнеров первого поколения. Когда он достигнет 300, а в идеале так и произойдет, если вы сделали 100 и минимум 2 по 100, вы стали консультантом. У вас увеличивается вознаграждение со второго, третьего и четвертого уровня на 1% по отношению к тому, что было, становится 5, 3 и 2. И добавляется 1% с пятого поколения. То есть, когда вы выросли в квалификации, возможность получать больший доход у вас появляется. У нас большое количество людей, которые находятся в квалификации партнер. Да, это те люди, которые увидели возможность инвестирования, те люди, которые поверили в технологию, то есть, как мы говорим, идейные, пришедшие в этот бизнес и, скажем так, говорящие об этом бизнесе на каждом углу. Да. Но те люди, которые считают, что им не обязательно строить большую партнерскую структуру, они не делают акцент на возможности создания бизнеса по партнерской программе. Да. Ну, им приятно, когда они иногда получают какое-то денежное вознаграждение, потому что кому-то рекомендуют, кто-то регистрируется по их реферальным ссылкам и так далее. А вообще, если говорить о бизнесе по партнерской программе, то это, в принципе, бизнес, который не уступает по своей серьезности любому другому, который есть в вашей жизни вокруг. Неважно, СТО у вас там, да, магазин вы какой-то держите, парикмахерская у вас своя, то есть вы владелец какого-либо бизнеса, здесь то же самое. Здесь нужно вкладывать энергию, время, деньги. Да, то есть, если вы хотите, скажем так, чтобы за вами, как я уже говорил, следовали люди, делали серьезные инвестиции, ну,
Такие же инвестиции, наверное, нужно будет делать и вам. Я никого не хочу ни напугать, ничего, но тем не менее. Итак, консультант, да? 15, 5, 3, 2, 1. 5 уровней глубины. Сразу хочу добавить, у нас вознаграждение начисляется, я уже говорил в начале вебинара, на бонусный, на акционный счет. На бонусный оно идет в виде тех процентов, которые вы видите сейчас на экране. На акционный половина суммы, которая начисляется на бонусный счет. То есть 100% положенного по маркетинг-плану идет на бонусный, 50% от положенного идет на акционный счет. Акционный счет – это тот счет, с которого вы можете только купить акции. Причем купить акции только из раздела стандартных инвестиций, из стандартного прайс-листа, который в личном кабинете выделен светло-серо-зеленым фоном. Вот. Оттуда вы сможете приобретать пакеты акций с акционного счета. Отнеситесь к акционному счету как к подарку компании. То есть подарок этот выглядит следующим образом. То есть вы развиваете партнерскую структуру, вам компания выплачивает живые деньги на бонусный счет. И плюс за то, что вы, скажем так, активно делаете действия по привлечению инвестиций, вам дается еще акционный счет, на который начисляются денежки. И вы таким образом, даже проинвестировав поначалу $15 США в наш проект, да, получаете возможность стать крупным акционером нашей компании и увеличивать портфель инвестиций, при этом, как мы говорим, не тратя живых денег. Да, ни с бонусного счета, ни с основного счета, ни со своих платежных систем. Потому что у вас есть накопление, которое от компании приходит, если вы развиваете партнерскую структуру. То есть просто на акционный счет человеку, который ничего не делает, никаких подарков не дарит. Да, Нина правильно подметила то, что раньше у нас было 100%, но мы всегда говорили, что Юницкий несколько раз говорил, что мы не будем все время дарить подарки. Да, в принципе, в серьезность нашего проекта поверили уже не только люди, как мы с вами, частные инвесторы, да, но уже в целом ряде государств, и чиновники, и люди мира бизнеса, и люди из мира инвестиций, у которых есть какие-либо там свои инвестиционные фонды и так далее. Да. И сейчас время, когда наш проект по своей венчурности стал гораздо ниже, да, то есть в каком смысле? Рисковость вложений в наш проект с каждым днем снижается, потому что с каждым днем нарастает темпы строительства на территории экотехнопарка. Вот. У нас появляются серьезные партнеры в других странах. Вы знаете, в Австралии, да, открыта компания Skyway Australia, которую руководит бывший министр транспорта Южной Австралии Род Хук. Вот. У нас появляются, скажем так, активные партнеры в плане построения сети в целом ряде европейских стран. Ну и в ближайшее время мы ждем новостей, что будут и серьезные инвесторы, которые могут сразу же, скажем так, продвинуть нас по пакетам, точнее по этапам развития, сделать, скажем так, прыжок, то есть сделать серьезную инвестицию в наш проект. Пока же мы говорим, вот маркетинг-план для людей, таких как мы с вами, которые могут проинвестировать там от $15 США, например, до $150 000, сделать инвестицию в наш проект. Вы видели в прайс-листе, да, эти суммы. И за это, скажем так, за эту инвестицию вы получаете проценты, которые положены в соответствии с квалификацией, которая у вас есть. Лидер. Третья ступенька. То есть вы станете лидером тогда, когда ваша инвестиция будет не менее $200, и в первом поколении не меньше 3 человек, которые сделали такую же инвестицию. Суммарный товарооборот уже первого поколения здесь уже должен быть не менее $2000 США. Вот таким вот образом. То есть ваших 200 и 3 человек, 200 не хватает. Соответственно, вы активно развиваете первое поколение. То есть товарооборот учитывается из первого поколения ваших партнеров. То есть у вас может быть там еще 14 человек по 100, например, да? Точнее 12. Либо там 24 человека по 50. Либо там разные инвестиции, но сам факт, что помимо $800, которые вы сейчас видите на экране, 200, 200, 200, 200, да, у вас еще $1200 товарооборота должна быть в первом поколении. Как только это происходит, вы становитесь лидером, у вас значительно увеличивается сразу вознаграждение со второго уровня, оно становится 7%, с третьего не 3, а 5, с четвертого 3, да, с пятого 2, и появляется шестой уровень глубины по инвестициям, который делает ваша структура, это 1%. Опять же, 100% положенного вознаграждения идет на бонусный счет, половина его идет на акционный счет. Четвертая ступенька квалификации называется мастер. И мастер уже не тот человек, за которым следует какое-то количество последователей, да, а человек, который, ну, умеет строить бизнес, умеет им управлять, умеет помогать своим партнерам, которых он пригласил в наш проект. И мастером можно стать тогда, когда инвестиция ваша личная достигнет не менее $1000, и вы воспитаете не менее 3 лидеров в своем первом поколении. Суммарный товарооборот всех инвестиций первого поколения ваш должен составлять не менее $5000 США. Сделали вы это, с
Соответственно, вы мастер. У вас добавляется сразу же три уровня глубины с 7 по 9, откуда вам выплачивается по полпроцента. И вознаграждение возрастает на 4 уровне, вам выплачивать начинает 4%, и на 5 3. По сравнению с квалификацией лидер, да, где 3,2. Пятая квалификация, пятая ступенька карьеры называется эксперт. Достичь вы сможете тогда, когда в вашей структуре будут, ну, с вашей же помощью, да, воспитаны, выращены три лидера в квалификации мастер. Два из них должны быть обязательно в первом поколении вашей структуры. Третий может быть во втором, третьем, пятом, десятом. Важно, чтобы он не входил в структуру первых трех мастеров. Ой, двух мастеров, извините. Ваш личный товарооборот должен быть не менее 5000 долларов. У нас большое количество инвесторов, которые либо сразу, да, на сумму 5000 и более долларов проинвестировали в наш проект, либо накопили такие суммы инвестиций, потому что у нас маркетинг накопительный. Так вот, суммарный товарооборот в этом случае на пятой квалификации должен составлять 10 тысяч долларов, это первое поколение вашей инвестиции. И у вас идет увеличение глубины сразу же на 11 уровней, с 10 по 20 уровень вы начинаете получать по 0,2%. И первое поколение он начинает в этом случае приносить, если люди продолжают докупать какие-то пакеты из тех, кто был зарегистрирован, да, либо появляются новые инвесторы, начинает вам приносить 16%. Топ-эксперт. Вершина маркетинг-плана компании Skyway Capital. Сколько может быть топ-экспертов? Редко, но спрашивают люди. Да? Ну, сколько дойдет до этой квалификации. То есть ограничение там один может быть, там один в стране и так далее. Такого нет. Чтобы стать топ-экспертом, вы должны научить троих людей из своей структуры, из первого поколения, делаю акцент, стать экспертами. И товарооборот, скажем так, суммарный первого поколения и ваш, а ваш 10 тысяч, да, здесь в этом случае, должен достигать не менее 30 тысяч долларов США. Три условия выполнены, вы топ-эксперт. У вас добавляется по сравнению с экспертом еще 4 уровня глубины, 21 по 24 поколение, да, вы получаете 0,1% с товарооборота. И первое поколение вам в этом случае начинает приносить 17% от тех инвестиций, которые делают люди, которых вы лично пригласили в этот бизнес. Вот таким вот образом. То есть, в принципе, маркетинг достаточно простой. Да? То, что я сразу говорил, и я же говорю, что, возможно, все из вас, да, уже слушают не первый раз этот маркетинг и так далее. Кстати, если вопросы появляются, потом в конце мне напишите или в чате. Вот. Все, что я сказал за каких-то там 10-15 минут, да, помещается вот в этой таблице, вся информация. Вы видите красным выделены квалификации от партнера до топ-эксперта. Да? Прописан внизу товарооборот как личный, так и суммарный с первым поколением, начиная с консультанта, что необходимо выполнить. И проценты, и глубина, до какого уровня вы достаете, будучи в той квалификации, которая указана здесь в таблице. 4 уровня глубины. Партнер, 5 консультант, 6 лидер, 9 мастер, 20 эксперт и 24 топ-эксперт. То есть, в принципе, все достаточно просто. Единожды послушав, разобравшись, кстати, вы можете зайти в личный кабинет, скачать текстовое описание маркетинг-плана, скачать себе слайды и разложив все, скажем так, по полочкам. Потом при помощи того маркетинга, который вы скачали, такие же слайды, которые вам показывают, можете его доносить до своего окружения. Плюс еще есть дополнительный бонус, который тоже относится к основному маркетингу. Его сразу, скажем так, руководство компании решило, что он не будет никуда убираться. Для тех людей, которые активно развивают первое поколение, то активно развивают структуру, есть дополнительные 3%, которые вы можете зарабатывать. Ну, первое условие, которое для получения этого бонуса, он подсчитывается в течение календарного месяца. То есть в первом поколении, если у вас осуществляются проплаты, кто-то выплачивает рассрочку, кто-то покупает разовые пакеты. Неважно, новые это люди, либо те, кто был зарегистрирован давно, у вас есть возможность получать дополнительный доход. Выглядит он следующим образом. Первые 4 покупки в течение одного календарного месяца вам выплачивается положенный процент, который есть по маркетинг-плану. 15% до мастера включительно, 16% эксперта и 17% топ-эксперта. Как только происходит покупка пятого пакета, за него вам отчисляют на 1% больше. То есть от 16 до 18, да, в зависимости от квалификации. А за предыдущие пакеты 4 доплачивается 1%. То есть создается ситуация, при которой все купленные вам пакеты, вы получили вознаграждение, либо 16, либо 17, либо 18%. Дальше, месяц не закончился, продолжается покупка пакетов в вашем первом поколении, там 6, 7, 9. За каждый из этих пакетов вам начисляют 16, либо 17, либо 18%. Как только приобретается 10,
За него начисляется сразу же на 1% больше, то есть 17 до мастера включительно. Да? За предыдущие 9 добавляется еще 1%. Опять же, картина выглядит так, что все 10 купленных пакетов, и вы за них получили по 17%. Либо 18, либо 19, если вы эксперт, топ-эксперт. Месяц продолжается. Да? То есть это все может у вас вообще произойти 1 числа. Вот. А за 2 число у вас могут, если структура большая, купить там 11, 15, 17, 19 пакет и 20. Как только покупается 20 пакет в вашем первом поколении, вам начисляется 18% до мастера включительно за этот пакет, да? За предыдущие 19 дополнительно еще 1%. То есть, соответственно, получается картина, что за все 20 купленных пакетов вам было выплачено 18%. Либо 19 или 20, если вы эксперт и топ-эксперт. И каждый последующий купленный пакет уже идет от 18 до 20% в зависимости от вашей квалификации. Условия просты. Первое – это календарный месяц, когда подсчитывается количество транзакций в вашем первом поколении. Да? Второе – то, что учитываются покупки пакетов, которые люди оплачивают в рассрочку. Да? Это очень здорово. Если в вашем первом поколении есть большое количество людей, оплачивающих ежемесячно свои рассрочки, соответственно, вы будете, высока вероятность, что вы будете получать максимальный процент по первому поколению, и этот бонус в виде 3% вам тоже будет начисляться. Один человек может купить несколько пакетов. То есть у вас есть партнер, который покупает там себе, может быть, на детей оформляет, да, может у него несколько рассрочек, а может быть, он просто накапливает там большую сумму пакетов далее компании. За каждый купленный пакет будет, точнее, каждый купленный пакет будет тоже подсчитываться при учете этого бонуса. И пакеты, как я уже говорил, могут покупать и вновь зарегистрированные люди сейчас, в данный месяц, и те, кто год назад зарегистрировался, да, и те, кто покупали уже какие-то пакеты, акции, неважно. Транзакция в первом поколении прошла, к этому бонусу она прикрепилась. Вознаграждение также начисляется на бонус на операционный счет. Пример. Он корректен для квалификации до мастера включительно. Мы просто взяли случай, когда все люди, например, у вас покупают пакеты в первом поколении по $50. Да? Соответственно, за 22 покупки, на данном слайде именно такое количество шариков, да, нарисовано, вы получите в виде вознаграждения $198 США. То есть за первые 5 пакетов вы получите 40, за следующие 5 еще 45, потом еще 10 пакетов, за это вам будет выплачено суммарно $95, ну и 2, которые после синего шарика нарисованы справа, еще 18. Это до мастера включительно. Соответственно, если вы эксперт и у вас вот такой товарооборот произойдет в первом поколении, вы получите на 1% больше, чем люди в квалификации до мастера. Топ-эксперт на 2% больше. Какие условия, правила, да, выгоды маркетинг-плана, который вот мы сейчас с вами, скажем так, рассмотрели? Первое, очень важный момент, то что маркетинг-план накопительный с самого первого дня, когда вы зарегистрируетесь в нашем кабинете. Это большущий плюс. В мире MLM-бизнеса существует несколько тысяч компаний, в которых этого условия нет. И людям приходится каждый месяц поддерживать свою квалификацию каким-то обязательным объемом личных закупок, либо обязательным объемом товарооборота всей структуры, либо и то, и другое. Да? И невыполнение этих условий сулит уменьшение, скажем так, квалификации, понижение и уменьшение процентов от структуры, соответственно, уменьшение вашего дохода. Квалификационный уровень у нас первый. Да? То есть то, что влияет на ваше развитие по карьере, это люди, которых вы приглашаете следом за собой. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, действительно смотрите, кому вы даете информацию. Приглашаете людей, да, у вас может быть какое-то количество инвесторов, в этом ничего плохого нет. А инвестор, кстати, тот человек, который не подписал агентское соглашение, но он может купить на большую сумму акций и ждать получения дохода от продажи этого пакета, либо от тех процентов, которые будут выплачиваться, скажем так, в виде дивидендов. Да, то, что будет. Акции будут расти по мере строительства дорог. Каждая отдельно взятая акция, вы знаете, да, предполагаемая цена в 2017 году, $1 США. Дальше рынок будет определять, но если технология будет использоваться, будут строиться дороги, и это будет приносить пользу людям, соответственно, ценность этого всего будет возрастать. Да? Кстати, когда мы построим экотехнопарк, сертифицируем и так далее, возможность инвестировать в корневую технологию, такая, которая есть у вас сегодня, да, стать совладельцами технологии всей, уже не будет. А у вас сегодня есть. То есть у нас чем еще необычен маркетинг-план, то что вы, помимо того, что вы вот можете зарабатывать деньги сейчас, привлекая новых партнеров, да, вы уже инвесторы, и вы совладельцы компании. Не тогда, когда построите многотысячную структуру и сделаете многомиллионный товарооборот, и вам Анатолий Дардич скажет, ну хорошо, давай я тебе там частичку
владение компанией, да, в виде акций, как это происходит в большинстве компаний MLM. А сразу же, делая инвестицию, вы становитесь совладельцами технологии, компании. И вы слышали, да, не раз, наверное, что 30-50% всего транспортного рынка предполагает нашим генеральным конструктором в будущем, это технология Skyway. А это рынок, на котором крутятся миллиарды, триллионы долларов. Ежедневно. Люди передвигаются по планете. Более 90% людей зависит от транспорта. Поэтому вы слышали наверняка на целом ряде вебинаров и лидеров наших, да, и самого генерального конструктора. То есть данная технология принесет денег больше тем, кто ей владеет, чем IT-технологии, которые сегодня тоже приносят огромные деньги. Вы, наверное, знаете, да, крупные компании-монстры, которые занимают место, скажем так, десятки крупнейших, это там Apple, Microsoft и так далее, да. Огромное количество компаний, которые используют IT-технологии, вошла в нашу с вами жизнь, и те, кто когда-то, скажем так, стал инвестором в эти технологии, программы, сегодня очень хорошо себя чувствуют с финансовой точки зрения. Вот. Им, если приходится работать, то только в том направлении, которое им нравится. Кстати, действительно, счастье, наверное, вы слышали Конфуция выражение, и многие повторяют разные, скажем так, классиков психологии, философии успеха. Огромное счастье для человека, да, трудиться там, где он получает удовольствие. Не ради денег, а ради того, что у вас есть идея, которая вас радует и людей. То есть плоды вашего труда будут в сотни тысяч раз, скажем так, лучше и человечнее, да, если вы что-то делаете, и делаете это любя и с удовольствием. Кстати, такая возможность предоставляется при построении бизнеса в компании Skyway Capital. Вывод денежных средств. То есть с бонусного счета можно вывести деньги тогда, когда на нем накопится не менее 30 долларов. Предварительно прописав в разделе настройки личного кабинета в банкинге, да, те платежные системы, у нас там 6 вариантов, куда мы можем деньги выводить. Если у вас есть один из кошельков, вы его просто там прописываете, накопилось 30 долларов, хотите, пишите заявочку, и вам деньги выводятся. Условия роста квалификации, вы заметили по маркетингу, это объем ваших личных инвестиций, объем инвестиций партнеров первого поколения. Опять же, мы возвращаемся к чему? Приглашая людей в бизнес, максимально помогаете им развиваться, да, ну и не тащите сюда тех, которые потом вам будут ездить по ушам, прогрызать вам спинной мозг, да, то есть, скажем так, со словами, зачем ты меня сюда втянул. Да не нужны вам их 15 долларов, 100 долларов, да, потому что головная боль от этого будет гораздо больше, чем вы сейчас получите те несчастные там 3, 5, 15, 100 долларов в конце концов. То есть любой бизнес по программе MLM, он ориентирован в первую очередь на людей и на их человеческие качества. Дальше уже идет, скажем так, способность переваривать информацию, доносить и так далее. Будет здорово, если ваша структура будет состоять из тех людей, с которыми вам приятно общаться каждый день. Да? Вот. Те люди, которые вас могут чему-то научить, вы их чему-то можете научить. Взаимный обмен положительной информации. Вот. Взаимная радость, да? Важное качество. За успехи каждого партнера в своей структуре, даже если он вас обогнал. То есть, если вы умеете радоваться чужим успехам, да, это большой-большой плюс. Потому что в мире зависти, да, злости, что у кого-то лучше, чем у тебя, обычно так это выглядит. И много людей, кстати, не идут в подобный бизнес, потому что они бы были бы рады видеть вас проигравшим. Как бы мы ни хотели, но, к сожалению, это так. Я никого не обвиняю, но так устроено, наверное, человеческое существо, что кто-то, скажем так, с открытой душой, кто-то с камнем за душой, да, ходит и ищет, кого бы, скажем так, ему найти, чтобы за него что-то сделал, а он при этом разбогател. Кстати, ни в коем случае не затаскивайте сюда людей правдами и неправдами, не платите за них своих денег. Вот это моя рекомендация, вы можете меня не слушать. Вы можете попробовать это сделать, да, а потом увидеть, сколько, скажем так, у вас может появиться проблем. Вы можете ждать благодарности, то, что вас расцелуют, да, там, ну, по крайней мере, лицо ваше все. А зачастую происходит, что лицо покрывается синяками. От проблем, которые, скажем так, начинают создавать те, кого мы хотели сделать счастливее, чем того они хотят сами. Важное преимущество маркетинг-плана то, что у нас нет такого понимания и понятия, как потери структуры и обгоны. Да? То есть существует огромное количество программ партнерских, их большинство. Там, где вас кто-то догнал квалификации, вы лишаетесь этой структуры, есть такие маркетинг-планы, то есть вас навсегда ее забирают. Либо вы лишаетесь вознаграждения. Либо, например, третий есть вариант, когда вам нужно выполнять какие-то дополнительные условия, да, для того, чтобы вам платили какие-либо деньги от той структуры, которая у вас построена была, да, и вас догнала, либо обогнала в квалификации. Большинство классических ступенчатых маркетинг-планов, если вас обогнали в квалификации, вам ничего не платят.
Хотя, в принципе, можно радоваться морально, но было бы здорово, если бы вы еще получали материальный какой-то, да, доход. То есть, если вас кто-то догнал, либо обогнал, находящийся в глубине вашей партнерской структуры, вы будете все равно получать проценты от товарооборота согласно вашей квалификации по маркетинг-плану. Это тоже большой плюс. Далее, я уже говорил, что даже сделав инвестицию в $15 США, вы можете получать там не один десяток, не одну сотню, не одну тысячу долларов ежемесячно и стать крупным инвестором, если вы активно будете развивать партнерскую структуру. Важный момент, то, что нам, у нас, поднявшись на одну из ступенек, не нужно подтверждать свою квалификацию. Вот. Извините, тут у меня работает программа для звонков. Сейчас я ее закрою, чтобы она не мешала. Вот. То есть в обычной жизни повседневной, которая нас окружает, там, где мы не были, да, у нас были какие-то специальности для того, как мы стали заниматься бизнесом с компанией Skyway Capital. Будь то вы врач, будь вы, я не знаю, педагог, да, военный, рабочая у вас специальность. Есть такие понятия, как категории, классность, разряды. И чем выше, да, ваша классность, чем выше ваша квалификация, тем больше у вас доход. Даже в обычной повседневной жизни нам периодически приходится подтверждать уровень своей квалификации. У нас такого нет. Стали вы консультантом, вы не станете партнером уже никогда. Поднялись на лидера, вы уже никогда не будете консультантом. И процент, который вам положен, вы будете получать. Это хорошо, то есть односторонний рост. В программах с накопительным маркетинг-планом, я часто слышал, общаюсь с людьми, да, то есть есть возможность двигаться пешком по лестнице, кому-то бежать, кто-то ползет по карьерной лестнице, а кто-то едет на эскалаторе, кто активно, скажем, развивается сам, помогает развиваться другим. Высокий процент выплат вы можете получать, судя того, что услышали, до 20% от первого поколения от лично привлеченных инвестиций и до 7% от 0,1 вплоть до 24 уровня глубины. Это большой уровень глубины. Не так много маркетинг-планов, которые предоставляют такую возможность. Нет ограничений по количеству тех людей, которых вы можете пригласить по своей реферальной ссылке, то есть вас никто не будет загонять в какие-то жесткие рамки, да? Но, тем не менее, все, скажем так, связано с определенным уровнем разумности. Если вы активно сами строите бизнес, то в сутки, да, вы сможете, например, активно сотрудничать там, максимально с 3-5 людьми, которые точно так же, как вы активно строят бизнес, просят ваши консультации, помогать им проводить личные встречи там, и так далее, и так далее. То есть, если вы сразу где-то попытаетесь хапнуть 10 активных человек, у вас не будет ни личной жизни, никакой другой жизни, да, вы просто будете 28 часов в сутки, больше на 4 часа, чем все остальные, да, заниматься этим бизнесом. Вот. Поэтому самое логичное, самое простое, пригласить несколько человек, там, 2, 3, 4, 5 максимум, да, обучить их делать простые шаги. Проконтролировать, что они это умеют, помочь им обучить уже следующих партнеров, дальше брать новых и таким образом развиваться, скажем так, и по фронту, и в глубину. Это будет более правильно. Бонусное вознаграждение, то, что мы с вами говорили, начисляется и у нас на бонусный счет и на акционный счет. И еще два таких важных, наверное, дополнения, довеска к тому, что я говорил. В бизнесе по партнерским программам не так много компаний, в которых есть маркетинг-планы мгновенных выплат. Что это значит? Вы сделали там или под вами в глубине кто-то сделал какой-то товарооборот, и вам в течение короткого промежутка времени, там, либо несколько секунд, либо несколько минут, начисляется положенный бонус. И в компании Skyway Capital именно такой маркетинг-план, его можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. И еще, квалификацию, если вы выполняете следующую, да, то практически в тот же день вы поднимаетесь по карьере. Большинство компаний, в которых есть партнерские программы и в MLM бизнесе, присваивают, как правило, квалификацию в следующем месяце. Да? Ну и за редким исключением есть компании, развивающиеся по бинарному там, маркетинг-плану, либо матричный маркетинг-план, где вам квалификацию могут присвоить в конце этой недели. Да? Вот вы стали в понедельник, выполнили условия, и вот в следующий понедельник вы будете выше квалификации, чем сейчас. У нас вы проценты начинаете получать на следующий день уже те, которые положены в следующей квалификации. Деньги вам начисляются мгновенно. Это тоже большой плюс. Нина написала, что ничего не слышит, и служба поддержки не помогает. Вот. Хотелось бы уточнить, по поводу чего это сказано. Может быть, я негромко говорю, может быть, еще что-то. Какие есть вопросы, коллеги, на данный момент? Потому что действительно маркетинг прост. Вот. В нем просто разобраться, его просто донести. Да. Ну и самое простое, наверное, сделать какие-то шаги и убедиться, что это именно так. То есть партнерское вознаграждение, которое начисляется и так далее.
Судя по умолчанию в чате, вопросов никаких не возникает, да? Хочу добавить, что сегодня будет вебинар еще в 19 часов, на котором будет Григорий Мирошниченко, скажем так, рассказывать что-то интересное. Он в чатах написал. Ну и, в принципе, следите за расписанием. Сейчас у нас расписание в личном кабинете. Есть расписание онлайн-мероприятий, вот такие, как сейчас проходит, и расписание живых презентаций, которые проходят в целом ряде стран и городов, куда вы можете приходить лично, приглашать своих партнеров. Ну, это, наверное, наиболее правильный способ развития бизнеса, потому что, приглашая людей, они слушают тех, кто эти мероприятия проводит, да, потом задают им вопросы, им отвечают квалифицированные вопросы, которые они задают. И далее, очень важный, наверное, принцип или закон, да, построения партнерских структур, то, что не вы людям что-то доказывали, да, потому что зачастую у нас у всех есть какая-то специальность, профессия, до момента, когда мы пришли в этот бизнес, да. А на данный момент мы заговорили о транспорте, об инвестициях, об экологии, да, о том, что можно зарабатывать деньги по партнерке, то есть мы выдаем себя за финансового какого-то специалиста и так далее. Люди не всегда это воспринимают хорошо. Но вот когда за вас, вашим партнерам доносит информацию ваш наставник или лицо, скажем так, назовем нейтральное, да, которое находится, может быть, даже за 1000 километров, вот, отвечает на вопросы вашего партнера, это лучший вариант. Так структуры строятся проще. Хотя никто не гарантирует вам 100%, да, что послушав кого-то из спикеров на онлайн-мероприятии, либо, скажем так, живьем, люди тут же, скажем, забудут все сомнения, которые у них были, и кинутся с головой в омут нашего бизнеса. Нет, всякое бывает. Есть разная степень открытости людей к сегодняшней информации, есть разный уровень мотивации что-то делать, да, надо ли им сегодня зарабатывать и так далее. Хотя, выйдя на улицу, вы можете задать этот вопрос, почти 100% вам скажут, что да, они хотели бы иметь больше, чем то, что они имеют сейчас. Но предпринимать какие-то усилия дополнительно для того, чтобы это иметь, ну, готовы далеко не все. Коллеги, есть ли вопросы ко мне сейчас? Я знаю, что идет лето, я знаю, что, скажем так, может, даже многие из тех, кто сейчас находится в вебинарной комнате, сегодня вечером соберут шмотки и поедут на дачу. Ничего плохого в этом нет, кстати, да? Если вы не просто туда ездите и выращиваете только еду, да, а еще и отдыхаете, получаете удовольствие. Вот, потому что отдыхать тоже надо. И бизнес это, кстати, тоже он будет здорово, если вы найдете гармонию между тем временем, которое будете тратить, точнее, не то, чтобы тратить, да, а использовать на развитие данного бизнеса, вот, и время, которое вы проводите с теми людьми, которые вы любите, которые любят вас. Это важно. Если вы не делаете ничего в ущерб тем людям, которые вас окружают, да, которые вас любят, высока вероятность поддержки со стороны тех людей. Это важно, действительно. Если вы строите семейный бизнес, если вы вместе там, с супругом, я не знаю, там, с детьми это делаете и так далее, ну, могу сказать, поздравить вас, это очень здорово. Такие случаи бывают. Судя по тому, что пишете спасибо, я так понимаю, вопросов нет. Тогда предлагаю вам встретиться в последнюю неделю июля на тех мероприятиях, которые буду проводить. Да. Обязательно посещайте другие мероприятия, которые проводят лекторы, спикеры, лидеры наших структур партнерских. Да, это и Григорий Мирошниченко, и Владимир Маслов, и Нета Анжина, и Ирина Волкова. Да. Я обращаюсь сейчас в первую очередь к лидерам, потому что Ирина проводит планерки для тех, кто строит структуры в регионах. Вот. Технологический вебинар Александра Мынко, Алексея Суходоева, Сергея Сибирякова. Вот. Информации много, да, ее, скажем так, за один раз, наверное, не освоит никто. Даже если вы там доктор наук, технических, математических, физических, финансовых, экономических, да, там какие у нас еще есть доктора, даже медицинских, может быть, у вас может быть все 5 докторских званий, что я сейчас назвал. Ну, наверное, за один раз, за время презентации какой-то схватить и разобраться во всем. Ну, вряд ли удастся. Ну, если вы, конечно, не уникум. Ну, хочу вам сказать следующее по поводу вопроса, платная или бесплатная презентация в Москве. То есть, в принципе, презентации живые, которые у нас проходят в Москве, у нас инвесторы не платили ни разу. Именно вот такого формата. Если будет крупная международная конференция какая-нибудь проходить, да, либо там, скажем так, региональная конференция в Москве,
там, где будет арендован большой зал, вот, там, где будет, помимо всего того, что вам доносить всю информацию, кофе-брейки и так далее, то там заплатить придется. Вот. Здесь же нет. Вы приходите сами, Лариса, приглашайте людей, которые у вас здесь есть в окружении. Будем рады вас увидеть. Возможно, вы сами, либо тот человек, которого вы привели, может, он даже не является партнером, у него есть вероятность получить подарочный сертификат. Кстати, вот раз уж об этом речь зашла, выглядит вот он следующим образом. Подписью будет директора компании Skyway Capital. Каждую презентацию, она у нас проходит один либо два раза в месяц, мы разыгрываем подобный сертификат. Уже есть целый ряд счастливых обладателей. Иногда это попадает новичкам. Да, вот если вы, я всегда говорю, если вы находитесь в других городах, да, почему, в принципе, важно заглядывать в расписание мероприятий, которые проходят вживую? А они у нас проходят, скажем так, вот западных границ Европы, да, там Франция, грубо говоря, и до Владивостока, да, если говорить так, возьмем Евразийский континент. Вот. В тех городах, где проходят эти мероприятия, могут быть люди, которые вас знают. Родные, близкие, друзья, знакомые, однокашники, одноклассники, да, сокурсники, бывшие коллеги по работе. Ну, жизнь так устроена, что иногда людей разбрасывают в разные концы земного шара. Да? В этих людей можете пригласить на живую презентацию, просто сказать, ты знаешь, в твоем городе проходит мероприятие, важно. Я с недавних пор сотрудничаю с компанией, которая мне понравилась, вы можете назвать какие-то причины. Да? Не пожалей времени, сходи, разберись, потом я тебе помогу ответить на вопросы, возможно, и тебе это тоже там понравится. Ну, вот так вот. И люди могут прийти, получить квалифицированные ответы лидеров, которые развивают бизнес в их регионе, а у вас там появится потенциал, не потенциально, а реальный партнер. Да? С одной стороны, вы сможете заработать деньги, с другой стороны, вы предоставляете людям возможность изменить в лучшую сторону качество их жизни. Ну, наверное, в первую очередь финансовая составляющая. А кому-то, может быть, найдете и смысл жизни на сегодняшний день. Не всей жизни, а ее части, да? То есть они смогут прилагать свои физические, духовные, моральные, финансовые, в конце концов, усилия в направлении, которое сделает лучше жизнь их и, возможно, жизнь их ближайшего окружения. Подходите к этому бизнесу вот с этой позиции, что вы не идете к людям с протянутой рукой, да, и с мыслью обобрать их на какую-то сумму денег, а дальше типа там живите как хотите и так далее. А с тем, что вы несете, ну, пусть будет подарок, да, информационный. Вот и все. Какие еще есть вопросы, прежде чем отключиться, может быть, кому-то надо на них ответить? Судя по тому, что вопросы не появляются в чате, я так понял, что, в принципе, информация доступна. Я знаю, что многие из вас владели ей до этого, да? Ну, было бы здорово, если бы вы на мероприятия подобные, где мы говорим о том, какие проценты, откуда платятся, какие деньги вы можете зарабатывать, приглашали тех, кто в этом хочет разобраться. Тех, кто недавно зарегистрирован и так далее. Вот. Я знаю, что у нас есть записи, да, но как вот мы говорим о том, что если человеку предоставить возможность о чем-то узнать интересном, да, пока он еще не знает, вот сейчас сразу или там сказать, что ты можешь об этом узнать позже, очень многие схватятся за возможность узнать позже, потому что они считают, что сейчас они не заняты, да, и вот это вот узнать позже, это превращается в никогда. Если согласны со мной, просто плюс поставьте. Вы знаете, да, есть выражение, дорога потом ведет в город никогда. Поэтому прямые, наверное, живые презентации, прямой эфир, он намного важнее, чем просто дать человеку запись. Ролики, да, вы можете дать человеку ролик, там 3-4 минуты, которые 2 длится, там о Транснете, обращение Юницкого, да, который у нас есть, там, или что-то еще. Но, наверное, и ролики было бы здорово дать после того, как человек получил информацию. Потому что просто забросить ролик и сказать, посмотри как-нибудь. Никогда. Получается. И часто бывает другая картина, да, что вы не сильно себя тешили тем, что вот люди обязательно разберутся вашей информацией. Много людей, проживающих да в любой стране мира, на территории земного шара, это те люди, которые не могут сказать нет. И причины могут быть разные. Кто-то вас сильно любит и боится обидеть, а кто-то не говорит нет, потому что, блин, а вдруг это все-таки вот вещь, которая может принести пользу, да? Вот. Но в данный момент не хотят ничего делать.
Они говорят, да, конечно, разберусь, ты мне покажи вот это, да давай позже там чего-то еще. Вот. Главное не зависать на долгим ожиданиям, что эти люди, скажем так, сделают то, что вам пообещали. Есть люди, которые называются дети, знаете такие, да, вот у вас могут быть дети и внуки. Там, до определенного возраста они ничем не испорчены. Вот. И когда они чего-то не хотят, они не ищут повода сказать, почему там красиво, да, вам объяснить. Как бы вам сказать, чтобы не обидеть, да? Они говорят, я не хочу. Вот. Если вам люди говорят нет, четко, твердо, сразу вы поговорили и так далее, вы знаете, это замечательный ответ. Хотя иногда есть выражение, да, нет, сейчас это может быть, да, потом, это тоже срабатывает иногда. Ну, ваша задача, вы дали информацию, человек может сам вам задать вопрос через 3 месяца, через 2, через полгода, да, как двигается проект. И если вы не с точки зрения, что у вас тут же зарабатывает защелка, о, сейчас я с него быстро сниму денег, да, просто говорит, ты знаешь, да, многое поменялось. Мы там вот это построили, у нас прошло такое-то мероприятие, у нас появились инвесторы там-то, у нас открылись компании там-то. То есть человек это может нацелить на то, чтобы он захотел разобраться. Но вот насильно кого-то притягивать, как мы говорим, за рога, да, уплюшивать, ушатывать, там, я не знаю, использовать способы приворота к этому бизнесу, да, там какой-нибудь гадалки и так далее. Не делайте этого, не надо. Вот. Потому что кроме, скажем так, головной боли, зачастую вы ничего не получите. Хорошо, коллеги. Огромное вам спасибо. Приятно было с вами пообщаться. Не знаю, как было вам. Вот. До новых встреч в нашей комнате на следующей неделе. Всем отличных выходных, здоровья, любви и денег. Ну и чтобы вас окружали замечательные люди, которые ценили вас, чтобы были те, кого цените вы. Ну, искренне человеческая улыбка и благодарность, я думаю, это то, чему рад каждый человек. Вот пусть у вас таких вещей будет в жизни больше. Спасибо за внимание. До новых встреч.